Написать тотальный диктант приглашают жителей Камчатки в субботу 9 апреля. Главной площадкой мероприятия станет Камчатская краевая научная библиотека имени Крашенинникова, где диктант напишут уже в седьмой раз. Камчатцам, желающим принять участие во всероссийской акции, необходимо предварительно пройти регистрацию на сайте тотального диктанта totaldict.ru. В этом году по результатам оценки жюри и голосования городских координаторов акции центром тотального диктанта стал город Ярославль. Уникальный текст диктанта каждый год готовит известный писатель, и в этом году автором стала Марина Степнова. Марина Степнова написала 4 фрагмента текста для разных часовых поясов. Сама она прочитает текст в городе Ярославле. 9 апреля акцию будет сопровождать 18-часовой онлайн-марафон. Трансляции будут вестись из Владивостока, Новосибирска, Москвы и Ярославля. Марафон стартует 9 апреля в 7:30 утра по московскому времени и объединит все 4 часовые зоны. В программе лекции филологов, общение с гостями, непосредственно сам онлайн-диктант, а также урок удмуртского языка. По мнению организаторов всероссийской акции, результат здесь не главное. Поэтому оценки в открытом доступе не публикуются, и каждый может писать диктант анонимно. Желающих проверить свою грамотность ждут 9 апреля в 17:00 на выбранной при регистрации площадке.